Привет! В этом видео я покажу очень редкую монету 1 гривна нового образца, которую стоит искать в обороте. И еще вы увидите 1 гривну 2018 года, покрытую золотом 999 пробы. Если интересно, продолжайте смотреть. Вы часто пишете в комментариях, сколько стоит новая гривна 2018 года. В этом видео вы получите ответ. Я хочу сказать, что мое хобби – это редкие, дорогие и ценные монеты Украины. И оно не случайно. Во-первых, у нас очень интересная история появления этих монет. Я рассказал ее вот в этом видео про монету Украины, которую я купил за более чем 8000 гривен. И это монеты из далеких 90-х. Но и сейчас, при выходе новых монет, 1 гривна, 2 гривны, 5 гривен и 10 гривен монетой, появляются довольно интересные экземпляры и браки. Вот перед вашими глазами 1 гривна 2019 года, которая была продана на аукционе за 410 гривен. А эта монета 1 гривна 2018 года была выставлена на продажу, но она не достигла резервной цены, но она стоит больше 1000 гривен. Ценность этой монеты в том, что на аверсе монеты виден реверс. Частично видна голова князя Владимира Великого, а на реверсе монеты виден аверс, а именно номинал, единица, название страны Украина и обозначение валюты гривня. На этой монете сделали повторную чеканку. Это могло произойти случайно, ну или как-то иначе. Эта монета стоит больше 1000 гривен. Я готов купить у вас такую монету, если вы встретите ее в обороте, за 2000 гривен. Как вы знаете, я покупаю к себе в коллекцию дорогие и редкие монеты Украины по высоким ценам, как на аукционах, так и при личных встречах. Ссылочка на мой телеграм будет в описании. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. На моем основном канале сейчас проходит розыгрыш в крайнем ролике, так что заходите и участвуйте. А недавно я разыграл вот такую гривну 2018 года, покрытую настоящим золотом 999 пробы. И в следующем видео будет тоже сюрприз, и он будет тоже золотой. Так что обязательно подписывайтесь на мой основной канал и на этот. Ссылочки будут в описании. До скорых встреч. Пока.